Курьезные истории. От врача скорой помощи. Владимира Макаренко. В инстаграме. Скоряковские истории. Детектив. Бригада номер Н выехала в поселок. Далеко, на район. В поселке они работали с одним вызовом и получили вызов в рядом большой поселок, рядом, который находится, в еще больше поселок, что около дома номер 5 лежит тело. Возвращаемся к телу. Точнее, идем сразу к телу. Тело шло домой, лежил, не дойдя до дома, находилось оно в доме номер 7, оказывается, жило. Прилегло около дома номер 5, а с дома номер 5 бабуля вызвала скорую, что телу плохо. Пока бригада ехала к телу, тело встало и пошло домой. А в это время домой, в дом номер 5, возвращался. Здравствуйте, друзья! С вами Пленкина Елена. Сейчас я вам покажу, как подключить субтитры в ваши видео на самом канале YouTube. Открываем браузер, открываем YouTube, нажимаем на вашу аватарку, ищем настройки. Дальше ищем в настройках воспроизведения. В этом разделе должны стоять галочки на субтитры и показывать автоматически созданные субтитры, если они доступны. Эти субтитры будут добавляться в ваше видео по умолчанию. Если вам они не нужны, то просто можно убрать все галочки. Мне не нужны, поэтому я эти галочки ставлю. На этом все. Всего вам доброго. Пока-пока.